Лейтенант Пауэлл, я полковник Харгрув из бюро стратегической службы BCC. Наш отдел специализируется в тайных операциях, как правило, глубоко в тылу врага. Шпионаж, саботаж, проникновение в тыл. Именно этим мы и занимаемся, лейтенант. Как вам известно, знаменитый африканский корпус Германии захватил ключевые местности вдоль южного побережья Средиземноморья и сейчас занимается укреплением своих позиций. Мы в сотрудничестве с нашими союзниками из Великобритании должны ответить вторжением в Северную Африку. Кодовое название операции – операция «Факел». В конце концов, лейтенант, это наша первая крупномасштабная наступательная операция в войне. Все, что вы слышали в этой комнате, совершенно секретно. То, что я говорю, это немцы расположили вдоль побережья артиллерийские батареи. Некоторые из них прикрывают зону нашей предстоящей высадки. Один оперативник британский CIC проник в тыл врага в городе Арзоу на алжирском побережье. Его заданием является саботаж этих батарей, а затем подать всем четкий сигнал к началу вторжения. Однако вчера все контакты с этим агентом пропали. Артиллерийские позиции немцев остаются в целости и сохранности, и захват офицера CC мог сорвать всю операцию. Вы со своим небольшим отрядом рейнджеров проникнете в Арзоу ночью. Ваша задача — уничтожить береговую батарею и спасти захваченного агента. Конкретные детали задания вы узнаете на месте. Оперативник CIC майор Джек Грилла, человек, которого я знаю уже много лет. Он бы никогда не выдал немцам того, что знает, поэтому прошу вас, найдите его до того, как он будет вынужден принять сильнодействующий яд. Не сомневайтесь, это очень важное задание, лейтенант. Ваша команда хорошо обучена, и я совершенно уверен в том, что работа будет выполнена. Удачи вам! Немецкая контрольная точка через 200 ярдов. Так, прошу внимания. Это миссия по спасению, так что поосторожнее с огнем. Быстро продвигаемся вперед и прикрываем отход. Тихо! Груз. Что-то он долго. Он покупает. Подожди. У вас бумаги не в порядке. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Taxi. Немедленно покажи мне твои права. Он не берет их, капитан. Ура! Автомобиль эту колымагу! Команда, перегруппировываемся.
проверь двери. Что это было? Мне кажется, что я что-то слышал. Назад! Вперед! Я тебя прикрываю, двигайся! Вперед, Пауэлл, я прикрою! Вперед! Вперед!